Первая партия 1-0. Thank you.
7, которая была очень яркая. Он старался ее описать в статье на Библиокнюсе, на Литинг регулярно. Буду повторяться, кому интересно, зайдите, почитайте. Спрашивает Антон Игонин, поедет ли кто на Кемира. Ну, могу сказать, на Библиокнюсе, на Литинг регулярно. Буду повторяться, кому интересно, зайдите, почитайте. Спрашивает Антон Игонин, поедет ли кто на Кемира. Ну, могу сказать, общался с украинским микрофоном, неинтересен, по крайней мере, первый тур абсолютно не вызывает никакого интереса. На счету наших полуфиналистов, наверное, процентов 90 выигранных турниров в Украине за последние пару лет. Пожалуй, наверное, только еще Перкун выигрывал, а так в последнее время выигрывает либо Паша Родионов, либо Артур Кучинка, либо Андрей Кристофов. Сейчас еще с кем на кого-нибудь поменять Перкуна, хотя не знаю на кого. Было вообще мега-ультра полуфинала, мне кажется, было все супер совсем. Как-то нам нужно запасным ему плесковым, если на него вдруг игра не пойдет. Вот я такую интересную штуку заметил, ее, наверное, будем не раз освещать и отмечать непосредственно в аварках перекат. Что за игра? Это, ну, в большинстве случаев пирамида остается в целостном состоянии, ну и игра начинается с этими, скажем так, открытыми шарами, которые потихоньку могут откалываться, один, два, три. Вот. Но самое главное, что до конца партии, если не происходит вот такого отбора, а игроки там играют, и она, в принципе, оставляет вот такой ход подбора до самого конца. И тем самым игра все время имеет, скажем, такую очень ответственную. Ответственный момент даже для игрока, который там ведет по шару. По бой, то уже партия в ходной стадии, там, либо он решается, скажем, обычно забивает, там 5-6, может быть, если партию он делает, то я. И уже позже, кстати, вот игра очень активно развивается, потому что вот эти шары, которые раскатились по бортам, они точно представляют угрозу. Во-первых, закрывают траектории для отыгрыша до борта. Давая сторожей по всему полю и усложняя отыгрыш. Ну, то есть два борта перекат, как бы, мы даже по этим партиям, как бы вы бы не хотели затянуть игру, допустим, засушить. Но здесь очень крайне тяжело. Это, наверное, самый долгий матч, я же говорю, он был полностью позиционный, не шли даже иногда на подбой до конца доигрывать. Ну, то есть, ну, на больше я уже не знаю как. Так вот, я посчитал, мы сыграли 14 партий, ну, в принципе, мы в среднем 21 минуту играли. То есть даже при всех ожиданиях, при самых тактических складах игроков, партия в среднем не выходит за 20 минут, но что само по себе для зрителей и для интереса к игре очень хорошо. В общем, временем Павел Рак из четырех полуфиналистов, три, которые в прошлый год здесь играли в кластеры, приняли участие во всех пяти турнирах наших по кластеру. Да, ну, Кристоф, по-моему, один пропустил, а остальные играли во всех турнирах по кластеру. Я думаю, после кластера играть в турнирах стало проще и знать. Да, Руслан совершенно очень точно заметил, что действительно и Юрий у нас во всех турнирах. 3-0. Да, 3-0.
очень такое, скажем, неоднозначно ответить нельзя, потому что есть чистый удар. Вот сейчас ты сейчас сказал, однозначно удар был чистый. А как ты для себя определяешь, однозначно чистый или нет? Ну, во-первых, по звуку. Потому что слышно топор, такой немножко, ну, звук такой более растянутый, там любое касание происходит по шару, и поэтому он более может быть продолжительный, не знаю, но он другой. Есть какие-то помехи, так назовем. Это раз. Второе — поведение шара. Здесь кий был видно, сразу ушел с шара, то есть он там даже вариантов не имел проявленных ситуаций. Бывают позиции, когда бывают случаи, когда игрок уже заходит за эту грань, где как бы фол, но тоже он всегда может сказать, что его не было, потому что доказательств в данной ситуации. Я говорю, что есть пропик, потому что я скажу, судить такие ситуации крайне тяжело. Вчера за день, наверное, только такие было ситуации 15, да? Я далеко не уверен, что в части из них не было пропика. Как бы не уверен, что было. Именно потому, что нету как бы четких пониманий, что есть пропик, что есть неправильный удар именно в данном конкретном случае. Скажем так, тебе еще рано предъявлять требования, ты у нас молодой судья. Вот поэтому. Но пару моментов я бы, например, все равно бы отдал пользу даже штрафу. Там некоторые были ситуации, где все предельно ясно. Надо просто, чтобы увидеть, чтобы не было два касания я с шаром. То есть вот этого проноса, где там происходит. Вот, но происходит все так молниеносно, что увидеть это невозможно, и только опыт, вот, множество этих ударов. То есть, чтобы развить данные, провести такой мастер-класс. Вот они много раз будут бить, там 100, 200, там 1000 раз, там, за один день. Вот, и будут разбирать, будут рассуждать, вот, какие признаки, какие есть блики, когда пропик, какие есть. Да, с появившимся опытом сам судья будет более опытно подходить к ситуации. Ну и у судьи рано или поздно, который, скажем так, в данной ситуации будет разбираться, появится имидж определенный. То есть игроки, когда сами начнут доверять, а на сегодняшний день, вот я, скажем так, не на Украине, или я вообще не знаю, вот, ну, кого назвать из корпуса судей, чтобы позвать на пропик, и вот человек, например, там, из 10, из 20 ударов, все 20 скажет точно. То есть, ну и опять, тренировка. Поэтому даже вот в таком простом вопросе нужна тренировка для самих судей. Ну, я думаю, ты своим ответом, мне кажется, так немножко запутал еще ситуацию, да, потому что она на самом деле сложная, и все-таки нужно, наверное, именно с участием ведущих игроков прописать, что есть пропик, потому что, наверное, смотри, да, в любом случае, незаурядный состав. Но именно, скажем так, четко должно быть прописано, потому что опытом, но как бы должны быть какие-то критерии, на чем основываться. Как ты правильно сказал, увидеть все это именно в динамике глазом невозможно, что там было. А разбирать все с видеокамерой, с замедленной съемкой, естественно, это не вариант, и нет возможности раз поделать. Все ты правильно сказал, но и по большей части, еще по своей части, ну вот прописать. Самая главная мысль, то, что я хочу донести, что нужно, самое важное, связать с тем, что мы пропишем, с практикой. Потому что, когда человек в книжке прочитает, как это все называется, он без опыта не будет знать, как это все выглядит. Только опыт поможет. Да, правильно, мы можем и прописать, и вот разные, как я говорю, еще признаки дополнить, и все разобрать с опытными игроками. Но самое главное, чтобы судья будущий вот это прописанное что-то связывал с практикой. То есть он мог сказать, вот здесь вот это произошло, здесь вот это, вот здесь вот это. А если он хороший теоретик, но мало видел таких ударов, а сам, понятно, он их не выполняет, и не будет, наверное, не требовать от судьи, чтобы он их выполнял. Кремляр 2016 года на финал Лазоров, Амаров давали ставку на финальный матч. Первого турнира по кластеру Киев Кап. Особо соприключение с ставкой.
Такой дистанции. Вот,
Если мы это принимаем, то
когда все жара друг друга разразит на разных проектах. Значит, трафика в идеале плохого оборота, и снова все равно собирается, чтобы жары не собирались на одной половине, и ваша концепция, потому что если же несколько так курить, в принципе, нет. Пирамида Маслоу, во-первых, любая ошибка требует, что выбивает шары для вас парка, более того, вот часть, которая широко не было, все остальное считывается.
Thank you.
Thank you.
Thank you.